Дорогие друзья, здравствуйте! Мы начинаем очередной вебинар от портала Prian. Сегодня мы будем говорить о Таиланде. В общем, такой уж, будем откровенны, самый сочный сезон в Таиланде постепенно подходит к концу. Говорят, что уже и дождики на Пхукете первые прошли. Тем не менее, сейчас такое время, что уж если направление интересно, если страна интересна, так это всерьез. И будем надеяться, что надолго, по крайней мере, пока ничего не говорит об обратном. Мои собеседники сегодня – это очаровательная Анна Коваленкова, руководитель направления Таиланд компании Intermark Real Estate. Анна, здравствуйте. Да, всем здравствуйте. И Кирилл Вилых, CEO компании Phuket 9, крупного тайского застройщика. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте, всем привет из Таиланда. Да, мои коллеги находятся в Таиланде. Вот такое ощущение, что у Анны уже так закат постепенно, это все уже так… Темновато, да, у вас. Но пока солнце еще наверняка светит. У нас очень много цифр, очень много статистики, но мы решили о статистике говорить сегодня в меньшей степени, а больше поговорить о практической стороне вопроса. Тем более, что, в общем, много очень интересной, новой и полезной информации, касающейся, ну, как, собственно, тайского рынка, рынка Пхукета, так и тех возможностей, которые открывает для своих клиентов компании Intermark Real Estate. И давайте, может быть, с этого и начнем, то есть с этого начнем и к этому еще не раз вернемся. Анна, в двух словах, я тоже и презентацию включу, и о компании, и особенно о тех изменениях, которые произошли у вас на тайском направлении. Спасибо большое. Да, давайте начнем с компании. Вдруг некоторые из тех, кто смотрит нас, не знают компанию Intermark, которая существует уже достаточно продолжительное время в России и занимает на рынке международной недвижимости лидирующие, так сказать, ступени не только в России, но на сегодняшний день уже и в других странах мира. Компания Intermark была создана более 30 лет назад и занималась релокацией бизнеса в Россию. Зарубежного бизнеса. Далее компания Savills также присоединилась к нам, и мы к ней, и мы вместе имели возможность работать в 70 странах мира с большим количеством партнеров. Это, безусловно, помогло нам изучить рынок достаточно пристально и глубоко с разных ракурсов. С прошлого года мы вернулись к своему старому названию Intermark и сейчас существуем именно в таком формате. Но стоит учесть, что абсолютно весь коллектив и руководство осталось у нас тем же. Чем же мы занимаемся? Это, безусловно, инвестиционная недвижимость под сдачу в аренду, какая-то коммерческая недвижимость, если мы говорим, к примеру, про Европу, Германию, очень популярна с этого ракурса. Различные альтернативные инвестиции и инвестиции в проекты реновации и девелопмента, что, к примеру, было очень популярно в Греции в одно время и остается на самом деле актуальным. Миграционные услуги, гражданство, страны Европы и Азии. На сегодняшний день очень актуальная тема. Мы занимаемся различными направлениями. У нас существуют нетривиальные направления, такие как, например, Мексика, и мы разрабатываем другие маршруты для наших клиентов, так как сужается некоторая выборка. ПМЖ, ВНЖ, Golden Visa, различные опции для вас, для вашей семьи. Ну и, соответственно, инвестиции в недвижимость. Так как Таиланд занимается инвестиционным, наш департамент является частью инвестиционного направления, то мы больше расскажем про инвестиции. Это Великобритания, Кипр, Арабские Эмираты, Оман, Бразилия, Индонезия и Таиланд, о котором мы вам расскажем больше. Вы можете видеть сейчас на экране такие ценовые категории и, наверное, фиксированную доходность по некоторым странам и по другим странам, фактическую доходность, которая возможна в случае, если вы заходите в сделку. Для того, чтобы иметь возможность такую информацию получать на постоянной основе, мы можем вывести сейчас на экран QR-код, вы можете подписаться на наш телеграм-канал, мы ежедневно даем новости и самые актуальные, и также новости нашего листинга для клиентов, и вы непосредственно там можете оставлять заявку на что-то конкретное, и уже наши специалисты узкие с вами свяжутся. Но если вернуться к Таиланду, мы можем перейти к слайду Таиланда и рассказать, как же у нас сложились коммуникации. Как же ваши отношения? Ну, давайте я на общий экран верну. Один маленький вопрос перед тем, как… Даже не вопрос, а уточнение перед тем, как начнется рассказ о вашей
деятельности в Таиланде. Друзья, чат у нас работает, традиционно можете задавать вопросы, не предвосхищая два вопроса. Да, запись вебинара будет доступна, мы ее обязательно всем вышлем. Кто, собственно, был записан в качестве участников нашего вебинара. И, соответственно, статья через несколько дней по итогам вебинара у нас появится. Анна, простите, что прервал, давайте о вашем тайском опыте. Да, все в порядке. Направление Таиланд в Интермарке на самом деле достаточно новое, всего лишь несколько лет ему, но за это время мы успели заключить эксклюзивный контракт с компанией Phuket 9, которую Кирилл представляет сегодня. Этот контракт позволяет нам управлять продажами по всему миру для застройщика, у которого на сегодняшний день 6 проектов одновременно в стройке. Это достаточно большой проект, и эта коллаборация позволила нашим клиентам, как российским, так и зарубежным, сейчас у нас есть офис в Дубае, в Турции, в Индонезии, в Таиланде, очень легко интегрироваться в рынок и очень легко совершить сделку и выйти из нее. Это, как правило, удаленный какой-то формат сделки, это быстро. Максимальная сделка у нас длилась буквально в течение 4 часов. Тут зависит от скорости, которая нужна клиенту, и была необходимость большой скорости. И эта коллаборация позволила нам создать такую очень комфортную среду, в первую очередь сервис для наших клиентов по входу в сделку и по выходу из нее в том числе. Окей, ну, завершая часть знакомств, я думаю, что самое время в чате опубликовать контакты компании, в частности, тайского офиса, с тем, чтобы, ну, можно было общаться и по завершении нашего вебинара свободно. Давайте теперь перейдем в, ну, может быть, так, тоже общее, но, тем не менее, уже более конкретно поговорим о Таиланде. Кирилл, ну, все-таки такой горячий туристический сезон, по большому счету, на Пхукете завершен. Каким он был, к чему пришли, насколько он оказался активным, куда смотрели, куда не смотрели, что сейчас со спросом и с предложением? Смотрите, во-первых, ну, это был первый сезон после ковида, да, для нас все знают, что болели мы долго, болели тяжело, и, как бы, слава богу, что выздоровели. Потому что предыдущий, ну, по понятным причинам, не состоялся сезон в том виде, как мы его ожидали, да, и этот сезон, он имеет, так скажем, две стороны. Первая официальная, да, по каким-то официальным показателям прибытий мы так и не вышли на показатели 2019 года, да, по количеству тех людей, которые сюда прилетали. Но удивительнейшим образом вышли на количественный уровень потраченности средств здесь этими самыми туристами. Он, конечно же, оказался, ну, он превзошел все ожидания. Приехал очень высокого качества платежеспособного туристический поток, который, в принципе, в большей степени не то, что как бы восполнил опустевшие бюджеты всех туристических компаний, компаний-застройщиков, он, конечно же, его так переполнил, сказать, местами. Вот, конечно, есть здесь несколько критериев, да, не будем летать в розовых облаках, да, здесь сыграл и тот фактор, что россияне активно начали выводить средства из России, покупать более активно зарубежную недвижимость, ну и что греха таить, просто сильно очень соскучились по Таиланду. Второй удивительный факт, удивительность этого сезона высокого заключается прежде всего в том, что он был невероятно длинным. Вот. Если мы, как отельная управляющая компания, которая находится на базе нашей компании Phuket 9, у нас есть определенная статистика за там, 10 лет, даже чуть больше, мы удивились, насколько мы были заполнены, да, в этом году и продолжаем, по сути, оставаться. Потому что российский сезон закончился, и туристов действительно поехало из России меньше, но свою красивую расписную голову начал поднимать китайский дракон, да, который еще дольше болел от ковида. И буквально за две недели россиян с первого места потеснил. То есть на сегодняшний день номер один по прибытиям уже занимают граждане Китайской Народной Республики. Это при учете того, что чартерный туризм из Китая до сих пор не запущен. То есть, представляете, то есть все вот на первое место Китай вышел только просто с самостоятельными путешественниками. Это теми людьми, которые просто купили билет и полетели сюда. Поэтому только мы успели вздохнуть о том, что вроде как туристический сезон закончился. Нет, он продолжается, и хотелось бы мне, конечно, в это верить. Ковид научил нас не быть чрезмерными оптимистами, да, что все будет продолжаться и так
далее, потому что для китайского туриста, в принципе, за счет объема своего рынка, он позволил Пхукету еще в 2018-2019 году обеспечить себе фактически круглогодичную сезонность. Это действительно тот курорт мировой, который заполнялся, ну просто если у нас были пиковые какие-то месяцы с ноября там, по апрель, вот, то остальные месяцы они колеблются где-то в диапазоне от 60% до 65% заполняемости отелей, по крайней мере наших. Вот, эта динамика в этом году присутствует, на нее влияют и другие страны мира, это и Индия, которая тоже очень долго обеспечивала нам заполняемость. И все опять возвращается к тому, что как бы инвестиционная недвижимость в Таиланде и на Пхукете в частности, это инструмент, не привязанный, не приклеенный суперклеем к какому-то определенному маркету. Вот. Другие рынки тоже очень любят путешествовать в красивые пляжи пхукетские, купаться в бирюзовых водах и жить в прекрасных отелях и квартирах. Поэтому мы полны оптимизма здесь, и если в тот момент, когда все запускалось, оптимизм был скорее больше надуманный нами самими, то теперь за это говорят цифры, и цифры очень хорошие. Окей. Но если мы при этом говорим, все-таки был вот этот феномен такого безумного всплеска, о причинах долго говорить, наверное, бессмысленно, потому что это понятно. Тем не менее, все-таки, особенно если мы берем осень прошлого года, я вот хорошо помню, был он буквально вот так, скачок безумный, он совпал и ну, там, с точки зрения календаря, и с точки зрения событий, которые происходили в России. Это резкий всплеск интереса в сентябре, в октябре, когда очень много людей поехало на Пхукет, очень много людей там осталось. И в моменте, тот дефицит, которого не было, ну, скажем, еще там, допустим, за 3-4 месяца до этого, он так или иначе начал проявляться. Причем это касалось вроде как всего. В какой степени это отразилось на ценах? В какой степени это отразилось на динамике продаж? То есть просхватывали ли все? Или все-таки это было более-менее так сдержано? Смотрите, чем Пхукет отличается от других рынков в Юго-Восточной Азии, ну, в частности, от нашего прямого конкурента эфемерного Бали, да, тем, что это достаточно консервативный рынок, вот, и именно его уже, в принципе, он уже пережил все вот эти фазы стремительного взлета, стремительных падений, пузырей и прочего. И ковид показал, что, в принципе, вот это вот отсутствие разогнанности, разогретости, переразогретости рынка, она нас, в принципе, и спасает, и защищает. Поэтому, в принципе, ни в ковид не произошло здесь каких-то колоссальных падений ценовых, да, не произошло, соответственно, какого-то колоссального супервзлета этих самых цен, когда туризм начал возобновляться. Произошел он в другой сфере, в сфере самостоятельного управления объектами недвижимости, управляющими компаниями. Вот там произошло, конечно, то, чего я не ожидал. Это когда виллы, которым высокий сезон, красная цена там 50-60 тысяч бат, там меньше 2 тысяч долларов, и когда их сдают за 10, за 15, да, и причем свободных их нет, то тут, конечно, да, была такая краткосрочная спекуляция, вот, но за счет того, что сюда прям хлынул поток достаточно большой, они заработали и на этом. Но это касается все-таки больше возврата части инвестиций, да, и аренды. Вот. По продажам динамика, естественно, ну, после того, как осуществился алхимический союз компании Пхукет 9 с компанией Интермарк, да, мы значительно повысили качество предоставляемых нами услуг в плане алгоритмов продаж, да, и мы вышли, ну, для себя мы вышли совершенно на новый уровень. Вот. Именно это способствовало, в частности, и нам обеспечить себе колоссальный рост продаж. Но сказать, что прямо мели все направо и налево и скупали то, что плохо лежит, ну, скорее нет, потому что, ну, я так скажу, много еще чего осталось, чего не купили, вот, поэтому волна, она пошла, но она такая, знаете, она такая очень такая плотная, но не сильно высокая. А, Анна, вот если мы говорим, вот, как раз Светлана сняла вопрос с языка по поводу новых и интересных проектов. Вообще, ну сейчас же, когда там ковид мы оставляем позади, как страшный сон, насколько много новых проектов появлялось?
было ли какое-то естественное затишье в стройке, которое сейчас привело к дефициту с этой стороны, с этой точки зрения? Да, естественно. Да, да, да. Кирилл, дай, дам вперед. Да, да. Да, безусловно, это было неизбежно. Даже не тот факт, что там загрузка отельная была, может, не такой плотной, как хотелось бы, а тот факт, что пандемийное именно время были очень жесткие ограничения по перемещению даже внутри острова. Были ограничения на перемещение между разными районами. Нельзя было попасть из одного района в другой, находиться могло ограниченное количество людей в помещении. Это очень сильно сказалось на стройке, но помимо этого, безусловно, многие застройщики имели финансовый дефицит, который не мог им также позволить продвигаться. И эта ситуация очень хорошо показала, насколько стабильны были те или иные компании и какие действия они могли себе позволять делать после пандемии, потому что в пандемии все были примерно в одинаковых условиях неприятных, а вот далее развитие каждой компании и, наверное, ее финансовый менеджмент, качественно составленный, позволял или не позволял динамично двигаться дальше. Поэтому проектов, безусловно, в дефиците никогда не было на Пхукете. Их много, они разные, они разного бюджета. Тут, безусловно, вопрос целей приобретения, и очень-очень внимательно нужно смотреть на те детали, которыми занимаются эксперты. Я не буду их озвучивать, огромное количество. Действительно, комплайн занимает огромную часть работы нашей. Друзья, мы на все вопросы постараемся ответить. Я просто сейчас немножко не в хронологическом порядке буду их задавать. Вопрос вот от Петра. Если варианты на Пхукете дешевле 105 тысяч, почему 105? Возможно, Петр увидел этот кадр. Сейчас я его покажу. Где-то он у нас тут был. Вот этот. Вот. Да. Дешевле вот этого. Да. У нас есть такой юнит за 105 тысяч долларов. Обратитесь к нам. Мы вам скинем вариант этого юнита. Он у нас есть. Хорошо, но если вот в общем говорить, все-таки понятно, что мы сейчас и по конкретным вариантам пройдемся и поговорим, как это вообще все работает на практике, но я бы этот слайд тоже попросил вас прокомментировать, чего сейчас можно ждать инвесторам от Таиланда? Ну, инвесторам от Таиланда стоит ждать стабильности, потому что, несмотря на тяжелые годы, с разных ракурсов, они были тяжелыми для мира. А Таиланд, в отличие, к примеру, от того же фунта, мне нравится делать это сравнение, очень быстро вышел на свой стабильный курс прежний, который был у него ранее. И это не может не радовать, потому что просадка была минимальной, возврат, откат к прошлым значениям был очень быстр. И учитывая, что на сегодняшний день Азия находится такой тихой гаванью от европейского мира, это очень помогает экономике быть стабильной и фокусироваться на своем развитии. Поэтому от Азии каких-то резких движений в целом, да, если это макроэкономика мы и политика, мы не можем ожидать. Это дает хорошую платформу именно с точки зрения инвестиций. Если про Пхукет говорить в частности, почему мы делаем на него такой акцент, это уникальное соотношение разных факторов. Пхукет остров, но соединен с материком. Это дает возможность привозить сюда практически все без наценки 20%, которые имеют Самуи, где, например, все привозится на лодках. То есть, с одной стороны, это классные островные пляжи, но нет такого завышенного ценника. С другой стороны, Пхукет обладает возможностью застройки только 15% земли. И этот дефицит, он тоже дает хорошую почву для роста стоимости недвижимости в перспективе. Учитывая еще законодательные акты и особые условия в контрактах застройщиков, которые очень внимательно надо читать, есть возможность действительно отличного роста стоимости недвижимости, зачем идут наши клиенты, приходят к нам, но на очень безопасной платформе и такой достаточно стабильной с точки зрения законодательных актов и с точки зрения ситуации, которая вообще в целом сейчас происходит, динамично меняется. Вот, поэтому, наверное, такой. Окей. Давайте я тогда попрошу, покажу уже кадр такой более пхукетовский, да, то есть вот он, Пхукет. Я думаю, что очень многие знают, по крайней мере, наверняка там бывали, но на всякий случай. Вот вы здесь выделили 4 района: Бангтао, Карон, Кат и Рываи, при том, что в той или иной степени все, по крайней мере, восточное побережье острова, оно там перетекает из одного района в другой. Давайте тогда я попросил бы вас этот слайд тоже прокомментировать. Почему эти места вы выделяете? Несколько слов. Кирилл, Анна, пожалуйста. Ну да, на нас всегда на этом слайде жители Патонга обижаются, да, но
Объясню, почему он отсутствует, потому что, ну, мы не рассматриваем его в силу формата вообще наших проектов, почему мы там не строим, не работаем. Ну, я могу здесь отвечать только за южную часть острова Пхукет, это район Корон, это Катай, и район Раваи, это те географические районы, где мы ведем строительство своих объектов. Вот. Ну, так как это презентация компании Интермарк, и здесь есть еще Бангтао, да, Бангтао – это, ну, так скажем, северная часть Пхукета, которая тоже активно застраивается и где находятся преимущественно, в большей степени раньше находились люксовые проекты, да, но сейчас мы уже не можем говорить о том, что Бангтао – это исключительно район с высокими чеками и прочим, потому что активная, точечная, многоквартирная застройка там тоже активно начала вестись. На наш взгляд, это самые лучшие районы Пхукета, включая Бангтао, естественно, разумеется, где можно приобретать недвижимость для комбинированных целей. Это и для сдачи ее в высокодоходную краткосрочную аренду, и, естественно, для собственного проживания, либо для собственной там, зимовки, не знаю, комфортного времени с семьей. Потому что такие районы, как Патонг, почему он здесь отсутствует, не потому что мы его не любим, то Патонг – это такой туристический муховик с ниже среднего класса чеком, да, куда едут бэкпекеры, едут любители ночной жизни, отжига, там, вот этого всего, танцы с шпагами, пакирами. Вот, то это такой туристический район. А вот Ката-Корон, хотя, несмотря на то, что это тоже является туристическими районами, они уже более спокойные, там хорошая инфраструктура, там достаточно чисто, там нету бурной ночной жизни, и поэтому, ну, вот компания Пхукет 9, в частности, мы всегда фокусировались все-таки на наш клиент, это семьи, да, это семейные путешественники, ну, и, собственно, семейные собственники, которые имеют своих детей, там, родственников, с которыми они любят приезжать, и мы для них строим свою недвижимость. Вот, же, кстати, руководствуются, в принципе, все застройщики, девелоперы на Бангтао, да, примерно плюс-минус там происходит то же самое, но просто исторически на Пхукете изначально оно сложилось так, что Бангтао – это более дорогой чек, потому что там гольф-поля, там находится лагуна, да, крупнейший район. Но скажу вам честно, положа руку на сердце, ваш вывод, верить мне или нет, то по стоимости одного рая земли южный Пхукет уже дает 100 очков вперед Бангтао, потому что земля на юге подорожала очень сильно за последние два года. Она начала сильно, стремительно дорожать в ковид. Удивительно тоже, да? Вот. И сейчас, на сегодняшний день, средняя цена за рай на южном Пхукете гораздо выше, чем на севере. Такие вот. Делайте выводы сами, как говорится. Окей. Ну, вы же понимаете, что стоимость земли за собой тянет, ну, да, это все остальное. Это во всем мире одинаковые во все времена. Адам, два вопроса, может быть, знаете, таких от, еще раз от общего к частному, а потом уже будем переходить от частного к общему. Вы работаете, ну, по всему Таиланду. Несколько слов, потому что все-таки пока мы больше акцент делали на Пхукете, но вот было несколько вопросов про Паттайю, плюс Бангкок. Ваш взгляд как компании, которая, ну, так, широко представлена, имея свой офис теперь, да, в Таиланде. Ваш взгляд на эти направления, пожалуйста. Анна, я думаю, ты расскажешь про Паттайю самой, да, рынки, а я дополню по поводу Бангкока. Да, пожалуйста. Да, отличное предложение. Да, по поводу Самуи и по поводу Паттайи. Вообще, они были примерно, я могу сказать, на одном уровне, возможно, немножечко не дотягивали до Пхукета с инвестиционного ракурса. Здесь очень простое объяснение, почему. Потому что на Пхукете очень хорошая транспортная развязка. И самолеты летают с Пхукета, ну, везде прямые рейсы есть, Австралия, Новая Зеландия, Индонезия, но они были, они сейчас возвращаются, Россия, и это, конечно, давало такой очень интересный бизнес-кластер, и бизнес сюда притягивался в других масштабах. Поэтому с инвестиционной точки зрения, я думаю, что Пхукет всегда превалировал, но Самуи и Паттайя были очень интересны, это классные места, они, если говорить про Самуи, это такая классная жемчужина, туда не так просто добраться, нужен самолет, паром, соответственно, и строительство с этого ракурса затруднено, немного дороже. Чудесные виды, куда бы вы ни пошли, там будет море. На сегодняшний день мы можем предложить там недвижимость с ракурса, если вы планируете оставаться в сделке минимум 5-7 лет в ожидании роста стоимости цены. Но с ракурса сдачи в аренду такого, наверное, высокомаржинального нет, потому что пандемия откатила более 50%.
процентов бизнеса с самой и возвращаться, наверное, к тем цифрам, которые были, будет достаточно долго. Поэтому для любителей Самуи мы находили для наших клиентов очень классные виллы. Клиенты проводят там большую часть года сейчас в ожидании роста стоимости. Это то, что про Самуи. На Самуи почти нет апартаментов. Их очень мало, и они там, наверное, не нужны. Там остров не предполагает. Остров – это возвышенность, это всюду видно море. Ну, смысла нет жить в квартире, когда живешь на таком острове. Там все прекрасно, но тоже долго жить сложно. Всего лишь две международные школы. Не было больше, сейчас две. Два госпиталя, где лечат то, что могут, а за всем остальным отправляют в Бангкок. Это аскетичное место. Стоит учитывать, что для долгосрочных перспектив, даже самостоятельной жизни, это такое на любителя. Это вот если с инвестиционного ракурса на самом взглянуть. Паттайя тоже очень интересный кейс, ее развитие и допандемийное, и постпандемийное. Это захватывающая история, за которым я наблюдаю с любопытством. Для себя Паттайю мы предлагаем клиентам, если они не акцентируют внимание на инвестиционной составляющей. Потому что рынок Паттайи сейчас развивается в том направлении, где мы не видим, наверное, высокоэффективного выхода из сделки для наших клиентов. И это и для этого помогает. То есть выражать таким примитивным языком, купить легко, продать потом сложнее или не совсем так? В этом тоже есть правда. Вообще паттайский клиент очень сильно изменился. Мы не говорим сейчас про россиян, а в целом. Люди, которые покупают на Паттайе, не другие. Рынок перешел больше на себя. То есть много покупают сами тайцы, потому что ценник сейчас позволяет это делать и приобретают, возможно, с инвестиционных или каких-то других целей. Бангкок очень близко. Паттайя всегда для тайцев была таким пригородом Бангкока, куда можно съездить на выходные. В выходные город заполняется, он действительно полный, туда съезжается огромное количество местных жителей, кто живет в округе. Вот. Но с точки зрения туризма, качества пляжей, транспортной доступности и учитывая тот факт, что Паттайя не остров, земли очень много, она уходит дальше вглубь, и нет таких, наверное, факторов роста, которых бы мы хотели ждать от Паттайи на сегодняшний день. Паттайя пошла еще ввысь, она строит высоко, строит малометражно, что, да, из сделки, наверное, выйти будет не так быстро, как хотелось бы. Окей. Кирилл, ваша реплика с Бангкоку. Я здесь добавлю, сейчас еще активно развивается еще одно направление, оно такое комбинированное, так скажем. Это и уже не острова, и еще не Бангкок, это Хуахин. Хуахин тоже активно растет, там есть новые проекты, причем сетевые. Международные застройщики туда заходят крупные. Это 300, по-моему, 20, что ли, километров от Бангкока, да, но там есть море, достаточно чистое и красивое. Это такое... район, который в большей степени ориентирован не на иностранные инвестиции, а на тайский сегмент класса премиум, класса люкс. Вот, это еще одна такая точка. Кто интересуется, можете там вникнуть в вопрос, посмотреть. Да, я хотел сказать про Бангкок. Бангкок – это столица, это столичная недвижимость. Да, как вот можно, мы с Анной там за кадром говорили, да, там не совсем понятно пока международным партнерам, точки роста и инвестиционного возврата, вот, можно просто спросить, а какая инвестиционная привлекательность недвижимости в Москве? Да? Не берем последние два года вообще. Инвестиционная привлекательность в недвижимости в Москве хорошая в нормальные времена? Я думаю, что да. Бангкок – это ровно та же история. Это столица, и это объекты, которые приобретают инвесторы со всего мира, с разных совершенно абсолютно стран, только потому что это столичная недвижимость. Что такое столичная недвижимость? Это прежде всего двери на внутренний рынок, потому что для среднего тайца купить квартиру в Бангкоке то же самое, что для среднестатистического россиянина купить квартиру в Москве. То есть это такой некоторая конечная точка желаний, да, за которую потом дальше уже непонятно чего желать. Вот. Но в Бангкоке есть это очень активно растущий мегаполис со всеми вытекающими проблемами в виде пробок, загазованности и прочего всего. Конечно же, очень сильно важна география. Да? Нужно смотреть на районы, где продается недвижимость, потому что в хороших районах центральных, там Читлом, Нано и прочие, там весь Сухумвит центральный, проекты продаются на этапе пресейла. Все юниты, допустим, там 2000, там 3000 квартир, они уходят еще на пресейле до выхода в официальные продажи. Вот. Все потому, что спрос там колоссальный.
И мы долго-долго к этому шли. Ну, конечно, любой застройщик рано или поздно, как и любой житель провинции хочет купить квартиру в столице, так и застройщик хочет построить там свой проект. Мы начинаем туда постепенно очень аккуратно заходить, и я думаю, что ну, наша компания... Аккуратно, это что значит? Есть очень много моментов, которые мы прорабатываем на этапе подготовки. Естественно, они связаны и с документами, с земельным участком, с оформлением. Ну, если на Пхукете, да, колоссальные цены на землю, то в Бангкоке они находятся на какой-то вообще околоорбитальной станции. Они действительно там очень высоки. И в Таиланде есть много подводных камней для застройщиков, которые нужно знать. Да? Нужно, чтобы с документами действительно было все в порядке. На долгой перспективе и наш due diligence застройщика, он занимает очень много времени. Найти все возможные генпланы, которых не существует в едином документе, да, чтобы никогда здесь не прошла никакая не магистраль, да, никакой SkyTrain у тебя не проехал через дом. И прочее, и прочее. Вот эти все моменты, мы сейчас их прорабатываем, хотя объект мы нашли, и уже, в принципе, к нему морально готовимся. Поэтому Бангкок, если кому-то близок формат инвестирования в столичную недвижимость, конечно же, рассматривайте, но он, опять же, проигрывает здесь, да, потому что у каждого человека есть в голове картинка Таиланда, а картинка Таиланда, это значит, что лодочка, это пляжик, это пальмочка, это значит, там, мулаты вокруг. Круг танцуют тебя, и все вот это. В Бангкоке, естественно, нет, но это просто большой азиатский котел, который бурлит, который генерирует огромную там выручку в бюджет, и который последние пару лет активно взял курс на sustainability, да, они начали все-таки его озеленять, начали создавать благоустройство, да, пешеходные зоны, звучит как миф, но на самом деле они уже есть в Бангкоке, да, начали строить вторые ярусы там только для пешеходов. То есть, я думаю, на перспективе 5-6-10 лет мы увидим центр Бангкока хотя бы близко напоминающий Сингапур, где-то вот рядом там. Окей. Хорошо. Еще, опять же, уже переходя, может быть, в частности, возвращаясь на Пхукет, если мы говорим все-таки об инвестиционной составляющей, а большую часть нашей беседы мы хотим посвятить именно ей, Анна, вот, ну, отталкиваясь от вопроса одного из наших зрителей, все-таки вот, общие параметры, если не приглядываться к конкретному проекту, что дает, ну, или что выглядит более инвестиционно привлекательно? Маленькая вилла или большие апартаменты, или что-то компактное, ну и так далее и тому подобное. Понятно, что здесь очень много вопросов в разные стороны есть, при прочих равных. При прочих равных конкретному клиенту подходит то, что конкретно ему подходит. Если у вас есть цель проживать 3-5 месяцев в году на вилле с семьей в зимовку, то, наверное, лучше брать виллу, особенно если есть дети, собаки, которые у нас тут тоже, если вы слышали, и прочее, то, безусловно, стоит комфортно размещаться. Нет смысла приобретать маленькие апартаменты и ютиться несколько месяцев в дискомфорте. Если нет таких целей, если нет цели вообще приезжать на Пхукет, если это инвестиционная покупка, которая обоснована конкретными цифрами и перспективой определенного роста, то, наверное, маленькие апартаменты самые высокомаржинальные в посуточную аренду, потому что они занимают сегмент самый низкий по стоимости, соответственно, все, что у нас дешевле всего, все всегда занято. Это нормальная статистическая история, поэтому цель, она определяет, если... Нет, чистые инвестиции не жить самому. Я правильно вас услышал, что в этом смысле, смотрите, поменьше... Да, можно. Но есть такая история, как диверсификация, и мы рекомендуем ее и в рамках и метражей, и в рамках районов осуществлять для клиента. Если есть определенный запрос на портфель, то все-таки есть смысл разбить не только по метражу, но и по форме собственности, выбрать разные варианты. По форме собственности вы имеете в виду взять что-то, ну, то есть... В этом случае апартаменты, где-то виллы. Две формы собственности, фрихолд или схол. Как апартаменты, так и виллы подходят под эту опцию. Это совершенно разные истории, и они могут влиять на последующую продажу при определенных факторах, о которых мы, безусловно, расскажем нашим клиентам. Поэтому здесь диверсификацию, как правило, осуществляют в рамках всех возможных опций, которые так или иначе привязаны к конечной
прибыли. Это и метраж разный, может иногда цели у разных апартаментов тоже быть разными. Какие-то из них остаются исключительно инвестиционные, которые какие-то есть в планах посещать. Это просто разный формат и дополнительного контракта к покупке, если есть у клиента интерес к фиксированной доходности, которая очень популярна в Таиланде, имеет под собой массу плюсов, как мне кажется, особенно если цель исключительно инвестиционная. И есть опция rental pool или management agreement, когда компания управляющая управляет вашей недвижимостью, пока вас нет, а вы уже выбираете время, которое вы есть. И это может длиться достаточно долгий период времени, может быть, даже большую часть. Окей, хорошо. Давайте перейдем сейчас, с одной стороны, к конкретным проектам, с другой стороны, переходя к ним, наверное, надо еще сказать, что все-таки за последние 2 года, с начала пандемии уж точно, для покупателей из России, с Украины за последний год очень существенно изменилось отношение, цели, да, для многих. Все-таки безумно инвестиционная составляющая есть. С другой стороны, лично у меня вот в моем окружении десятки ребят, семей сейчас постоянно живут в Таиланде. Не все из них что-то купили, многие арендуют. Но так или иначе, это потребность потенциального арендатора, значит, на это должен ориентироваться потенциальный собственник. Поэтому давайте перейдем уже к следующим слайдам. Вы говорили о 4 локациях, в 2 словах пробежимся по ним. Что это, почему, и что там можно приобрести, и как это все соотносится к идее не просто отдыхать, но и жить? Сразу -2 локации, потому что жить на Кате и Короне прям постоянно, совсем всегда, тоже не очень удобно. На самом деле, потому что там все-таки более туристическая инфраструктура, да, а для постоянного проживания очень важны и магазины с продовольственными, супермаркеты, и, конечно же, школы, детские сады, какие-то развлечения там недельные, то, конечно, это 2 района. Это Бангтао, примыкающий к нему плюс-минус находящиеся рядом там Сурин, Камала, и также Равай. Равай и Чалонг – это южный Пхукет, это районы, где людям комфортно, можно долго жить. Давайте мне несколько слов. Я не представляю себе, Кате долго жить, это тяжело будет. Давайте несколько слов тогда о проекте, тем более, что на его примере, я думаю, можно… Да, я сейчас объясню, здесь как раз все будет очень понятно. Наша компания, я вкратце пробегусь, как мы пришли к проекту Равояна. Да, грубо говоря, Равояна – это такой пазл, который сложился в конце концов в одно. Да. Все его разные части отдельные. Наша компания строит на Пхукете с 2004 года. Это и отдельно виллы, это отдельно таунхаусы, это отдельно квартиры, это отдельно объекты инфраструктуры, то вот новый комплекс Равояна, о котором мы сегодня поговорим, это один из немногих проектов на Пхукете, который включает в себя комбинированную систему инфраструктурную и жилую, соединяя в себе и виллы, и квартиры в кондоминиуме, и необходимую полезную инфраструктуру. Здесь на достаточно большой площади мы уже начали строительство этого поселка. Но он станет всего-навсего, набережная Равай, точка как раз Geotek стоит там, где будет бичфронт, сегмент этого проекта. А слева мы видим там такой пустырек сейчас, Анна сидит сейчас в этом здании на первом этаже, а я на третьем. Да, его даже здесь видно, наш офис. Все, что здесь покрыто зелеными кустами справа от него, это будущее Равояна. Мы в этом месте строим уже с 2014 года, и на сегодняшний день порядка 50, уже можно сказать 70 вилл готово. И они работали под другими брендами. Это Равай VIP Villas, наш поселок вилла, это детский парк, развлечений Равай парк и Love Равай кафе. Это все, что входило в старую очередь. И Равояна в итоге дополнит это все дело 2 большими кондоминиумами и 20-кой очень хороших, просторных, комфортабельных вилл. На территории этого комплекса будет находиться уже действующий развлекательный центр, детский Равай парк.
международная школа, Равай Парк Скул, которая работает по программе Кембриджа, это медицинская клиника, это семейные рестораны, и в перспективе этого года в очереди стоит еще большой, очень большой спортивный комплекс, который будет находиться здесь же. Ну, то есть вот сюда надо смотреть, да, или так как бы... Некоторые вещи, вот, которые школа, детский парк, это вот оно уже готово. Вот, то есть школа уже функционирует? Да, она уже работает 2 года, и наконец-то мне сегодня подписали уже официальное согласие, школа увеличится в 2 раза с нового года, потому что мы очень большой запрос на обучение, детей много здесь, все хотят идти учиться, а места у нас было мало, потому что мы для себя сидели, думали, мы сделаем сначала. Ну, во-первых, у нас своих детей очень много, всяких разных, у сотрудников, у руководства, вот, думали, ну, откроем на 100 человек. Школу, ну, 100 это прям вообще. И в итоге эти 100 очень быстро собрались и набились, а заявок сейчас еще там в 2 раза больше. Мы сейчас школу будем увеличивать. Это очень оказался для нас новый бизнес, но там стеклись вместе факторы, много очень. Прежде всего нам удалось собрать хорошую команду, да, преподавателей и руководство школы, которые на себя взвалили всю операционную деятельность. У них это прекрасно получилось, и сейчас с нашей стороны мы будем только помогать им расти. А вообще образовательный бизнес классный. Вот я как раз несколько слов об этом хотел сказать. Конечно, это, ну, с одной стороны, может, не совсем тема глобально нашего вебинара, но тем не менее, я знаю, что история с образованием, она, ну, для многих действительно сейчас сильно важна. Анна, может быть, тоже несколько слов об этом, о том, как это вообще все работает. Как родительница этой школы, между прочим. Да? А, ну, тем более, да. Коля Папуш. Да, мой ребенок входит в эту работу. Да, как это работает? Как это работает с ракурсом нашего клиента? Да, давайте выберем этот ракурс. Дело в том, что действительно очень было много заявок на релокацию. В этом году и в прошлом году. И мы всегда стараемся все-таки сервис сделать от точки А до точки Б полным таким интегрированным. И поэтому у нас есть специалисты, которые консультируют по поводу школ и по поводу медицины для наших клиентов, которые планируют свою релокацию. Это могут быть Zoom-встречи либо на месте. Школ на Пхукете около 23. Я могу сейчас неточную цифру назвать, и примерно столько же международных детских садов. Ну, то есть тут многообразие огромное. И бюджет этих школ самый разнообразный, как и обучающая программа. Есть школа, которая учит по русской программе, и к ним приезжают из Бангкока, из российского посольства, принимают эти экзамены и засчитывают их в России. Такое тоже возможно. Есть кембриджские, есть британские школы, есть французская школа с французской программой. Действительно, тут можно выбрать на любой вкус и практически с любого уголка мира приехать и продолжить обучение на том языке, откуда вы приехали. Я знаю, что и немецкая вроде тоже открывается. Поэтому по образованию здесь именно по школьному, наверное, вопросов нет. Есть вопросы к институтам, их не очень много, но, как правило, все уезжают, если остаются в Азии, либо в Бангкок, Сингапур, Гонконг, тут недалеко, выбор действительно огромный, образование на очень хорошем уровне. Вот поэтому здесь выбрать есть из чего, но иметь возможность утром пешком в школу на Пхукете отвезти – это роскошь невероятная, потому что стоит учитывать, что до всех этих школ нужно добираться, и когда есть уникальная возможность хорошего образования и такой доступности качественной и быстрой, там, 3 минуты до школы, от дома пешком, то это очень приятно, и за это тоже наши клиенты очень сильно оценили Раваяну в том числе. Мы велосипед здесь не изобретали, мы просто идем по собственным потребностям, да, у нас мечта создать свой поселок полностью замкнутой инфраструктуры, которую без необходимости не нужно было бы покидать. Вот. Но такой all-inclusive для жизни, да, есть all-inclusive для отелей, вот, это не новость, а вот all-inclusive для жизни это скорее... Ну, опять же, проводя аналогию, в Москве-то такие проекты, конечно, встречаются, да, но на Пхукете их нет. Пока вот мы занимаемся их строительством. Давайте тогда пару слов именно в цифрах. Они, собственно, может быть, у нас просто промелькнули так в презентации. Я бы их еще послал. То есть, что люди покупают, если это инвесторы, на что они могут рассчитывать, какие тут параметры есть. То есть, условно говоря, за 136 тысяч долларов ты покупаешь квартиру. Квартиру-студию. Квартиру-студию инвестиционную. На 7% годовых на 5 лет. Это инвестиции, естественно. Но здесь,
в этом проекте мы предусматриваем еще и постоянное проживание. Поэтому есть квартиры с двумя спальнями, есть даже апартаменты с тремя спальнями, есть квартиры с собственным бассейном и есть непосредственно, конечно же, виллы. Вот. Там уже другие инвестиционные программы, но не стоит забывать о том, что на Пхукете не только у нас, а вообще и везде как бы рынок чем хорош, что огромное количество предложений в плане менеджмента вашей недвижимости в том случае, если вы не будете в ней проживать. И это делаем не только мы на базе своей управляющей компании, мы даем возможность работать и третьим лицам, да, другим управляющим компаниям, которые, кстати говоря, некоторые из которых обеспечивают достаточно серьезную доходность тем людям, которые к ним обратились. То есть ваша недвижимость, она пока вы в ней не живете, вот, она будет приносить вам деньги. Конечно же, не такие деньги, как обещают на развивающихся рынках, но тем и хорош Пхукет. Вот эта стабильность, конечно, несет за собой определенную, такую, имеющий потолок доходность. Да, вот здесь вот мы видим виллу, это самая вилла, маленькая вилла, если я не ошибаюсь, поправьте меня, Анна, 300. Ну, все верно, маленькая. Да. Самая. Виллы большие, действительно рассчитаны на большие семьи. Дефицит есть на рынке, наверное, такого. Вот, возвращаясь к дефициту, извини, Анна, я хотел об этом сказать, когда мы говорили насчет в разрезе кондоминиумов, да, с которым, ну, за счет просто количества слотов, юнитов, там всегда есть выбор. Вот, с виллами на Пхукете случился небольшой, да, коллапс. А новых точно было недостаточно вилл. Вот, отсюда начали появляться проекты, нарисованные на бумаге, это еще фишка Пхукета, там, 5-10-летней давности, да, проекты начали заявлять с виллами, ну, насколько они построятся там и будут реальными, покажет время, но чтобы не рисковать, нужно все-таки к экспертам обращаться, которые комплайенсом занимаются, в данном случае вот это как раз не дали для меня. Речь идет все-таки в данном случае о некой отельной инфраструктуре и, соответственно, комнаты сдаются, ну, если ты покупаешь юнит уже с обстановкой или, по большому счету, здесь есть тоже разные варианты? Нет, у нас всегда идут, за счет того, что у нас своя производственная фирма и, в частности, мебельная производственная компания, мы сами изготавливаем всю мебель, даже, которая нас тут окружает. В офисе в нашем мы сами это делаем, мы сами все обставляем. Это позволяет собственнику, понятно, что урезает его немножко в возможности выбора обоев, там, цветочек и оттенок, но зато он не тратит личные деньги на попытки найти нормального подрядчика себе здесь, который ремонт этот бы хоть какой-никакой попытался бы ему здесь сделать. Мы продаем полностью под ключ все наши объекты, вот. Что касается отельной инфраструктуры, вообще надо понимать, почему это слово «кондоминиум», да, здесь фигурирует, а не «жилой комплекс», как это приятно принято и удобно слышать россиянам. Потому что кондоминиум по закону имеет ряд требований, ряд стандартов, которые и, по сути, предлагает всем гостям ту самую туристическую инфраструктуру отельную. Это обязательно бассейны, это обязательно обустроенные территории общего пользования, это наличие ресепшена, наличие своей технической службы обеспечения порядка и охраны, вот, это садовники и прочее, и прочее. То есть вот это кондоминиум. И поэтому любой, в принципе, любой жилой комплекс на Пхукете от нормального застройщика, он мало чем отличим от отеля. И здесь уже выбор. И что и обеспечивает вот эту самую арендную загрузку, да, ее можно и сдавать комфортно туристам эту квартиру, они приедут и не будут страдать из-за того, что их там поселили в какую-то панельку, где до магазина там непонятно сколько идти, и вообще ничего нет на территории комплекса. И самим жить с комфортом, когда есть тренажерный зал, есть бассейн, ты уже поплавал, вот. Это очень востребовано, особенно у азиатских покупателей. Мы, когда пошла на Пхукете вот этот вот бум, мы тоже на него, конечно же, повелись, мы не могли вывалиться из рынка. Когда на Пхукете начали строить вот эти студии 25-30 квадратных метров, раньше, я вам скажу, там, в 2010-2011 годах проекты заявлялись там 100 метров квадратных минимум, там, чтобы вот так вот, чтобы вот. Потом маркет начался меняться, и мы, честно, с болью строили эти маленькие студии. Я когда заходил, когда мы шоурум там свой построили, я захожу, у меня просто еще за счет роста я себя там себя чувствую, думаю, это как вообще? И тут же приезжают покупатели из Гонконга, заходят такие, вот это хоромы, мы с тещей живем, у нас 14 квадратных метров. Если в стране капсульные отели самое то, так почему бы и нет, да? Окей, хорошо.
перейдем из переместимся вот в район Ката, да, я так понял, что про него вы говорите уже как исключительно, ну, в большей степени район туристический. Преимущественно, да. Да, не для постоянной жизни. Значит, Анна, да, я правильно понимаю, что предыдущий проект, помимо той истории, что у вас, собственно, офис там находится, вы и как бы и обживаете его, да? То есть, да. Во всех смыслах. Что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду, что вы и живете там, если у вас, вы сказали, и в школе там ребенок учится. То есть, как бы, это просто ваш дом, что называется. Да, ну, да, да, это мой дом. На сегодняшний день мы совсем недавно, ну, компания Интермарк присутствует тут уже достаточно продолжительно, в течение этого года. Мне удавалось приезжать сюда на командировки, и, наверное, данная командировка станет самой длительной и займет большое количество месяцев. А тогда, жизнь. Безусловно, мы обживаем, и нашим клиентам очень комфортно, что мы, безусловно, находимся здесь, на месте. У нас есть большие возможности их там и встречи, и размещению благодаря Phuket 9 и управлять. А кто живет? То есть, ну, основная там, группа проживающих. Кто покупатели и кто жильцы? И в какой степени это арендаторы, в какой степени это собственники? Ну, как, если по проценту говорить. Ну, я могу сказать на базе наших клиентов, так как у нас инвестиционный департамент, то небольшое количество наших клиентов проживают в той недвижимости, которую они приобретают. А, поэтому мы тут, наверное, собственников встречаем не часто. Они приезжают для открытия счета и иногда для собственного отдыха на какой-то короткий промежуток времени. На постоянную основу из тех клиентов, которые у нас заявили постоянное проживание, релокацию вот конкретную, в район Равая в следующем году приезжает несколько больших семей с детьми, собаками, вот, плошечками и прочим. Да, потому что это, безусловно, серьезное решение, это серьезные инвестиции, там уже большие портфели, и для этого требуется время. Если на сегодняшний день, то здесь, я думаю, проживает часть собственников и часть все-таки арендует, но об этом, наверное, Кирилл больше скажет, потому что у него есть информация непосредственно по проживающим. Ну, смотрите, здесь, да, сейчас, я думаю, это не больше 10%. Не больше 10%. 10% что? 10% собственников? Да, от общего числа проживающих не больше 10% это люди, которые здесь живут. Это феномен вот последнего года, когда многие люди приезжали, и нужно было где-то жить, и они при этом... Да, это случилось... Нет, опять же, если брать в разрезе этого года, особо самую жаркую пору, когда все люди решили, что им, особенно мужчинам, необходимо уехать из России, конечно, то количество собственников, оно там у нас резко увеличилось. Но сейчас многие уже вернулись, вот, и все вошло в другую колею. Я вам так скажу, у нас есть поселок, где я живу сам, где у меня недвижимость построена нашей компанией в 2004 году. Кстати, это я всегда вожу туда на экскурсию, особенно сомневающимся. А вот правда, что больше 5 лет недвижимость в Таиланде не живет? Да, так вот этот поселок, который он просто расположен не в очень туристическом вообще районе, в районе Чалон, там 90, ну, почти 100% это собственники живут, потому что там все создано исключительно для жизни, у нас там нету рядом магазина, там до него надо ехать. Вот. Просто Раваи сам по себе очень загруженный, очень востребованный район, его очень сильно любят люди, потому что здесь реально классно. Это такое мультикультурное общество, где находятся рестораны всех кухонь мира, даже самых редких каких-то, да. Это самые, вот, кстати, нас отличает от севера то, что у нас здесь действительно находятся самые красивые пляжи, на которые круто ездить. Очень популярен наш остров и у ребят, которые занимаются, профессионально занимаются единоборствами мирового класса, да, приезжают, они делают здесь кемпы, потому что здесь находятся самые крутые залы для занятия муай-тай, тайским боксом, ММА, вот. Не пугайтесь, они живут своими общинами. Вы можете их только увидеть, как они вдоль дорог бегают на утренней пробежке и все. Плюс на ринге. Да, да. И, ну, они там в своем кемпе уматываются так, что им потом главное это пойти поспать, поесть, отдохнуть. Вот. Okay. Здесь очень сильно развит спорт, поэтому Раваи здесь, он постоянно люди едут, запрос очень высокий на проживание здесь в рамках отдыха своего. Анна, вот уточнить, как раз, ну, опять же, отталкиваясь от вопроса, вот если мы говорим этот проект, мы потом к другим проектам вернемся, по поводу ну, предложений, то есть там есть виллы, есть и апартаменты, соответственно, есть и фрихолд, и лизхолд, или по большому счету уже фрихолда нет, если, ну, значительную часть выкупили, собственно, иностранцы, или там еще можно и так попробовать? Мы говорим про Раваи, верно?
Да, про Равай, про этот комплекс. Да, дело в том, что Равай – это практически старт продаж. Цена еще та, которая была. Этот комплекс начал продаваться совсем недавно. Поэтому выбор, безусловно, там еще есть. И он подходит, этот комплекс, под любые цели. В этом, наверное, его уникальность. Там есть маленькие студии, которые, как я говорила ранее, исключительно инвестиционный формат входят. Есть двухспальные, есть трехспальные квартиры, есть квартиры с собственным частным бассейном, что ценится определенные критерии собственников, потому что это практически вилла, но которую ты можешь закрыть на ключ и уехать. У нее нет крыши, да, ничто там, никакой кокос на нее не упадет, потому что она все-таки находится в комплексе. То есть это такое разнообразие самых разных опций, и фрихолд и лисхолд присутствуют в Таиланде в соотношении 49% на 51% по закону о кондоминиумах. Соответственно, 49% площадей может быть продано во фрихолд иностранному собственнику и 51% в лисхолд. И, возможно, лисхолд для кого-то стал бы камнем преткновения, но, учитывая контракт, который заключается, подразумевает возможность для следующего владельца лисхолд рассчитан на 90 лет, то есть там 30, 30 и 30 лет. Угу. И, соответственно, следующий владелец будет начинать свое летоисчисление с нуля лет, а не с остатка, который был от предыдущего собственника. Тем самым технически это тот же фрихолд. У фрихолда и лисхолда есть некоторая разница, есть разница в стоимости регистрации права, и также стоит учитывать дальнейшие ваши перспективы. Это продолжительность инвестиций и потенциал проживания собственного. Это тоже очень влияет на форму собственности, которую мы рекомендуем или не рекомендуем к покупке. То есть здесь такое стечение факторов. Нельзя говорить, что фрихолд – это единственно надежная и необходимая именно конкретному клиенту форма собственности. Тут может быть по-разному. Друзья, я с ужасом увидел, что мы вот за таким оживленным разговором проговорили почти час, и тут же поступил вопрос, но, знаете, я считаю правильным, наверное, на него ответить. Гигантский вопрос от Михаила, но на основании этого вопроса мы можем, может быть, чуть сократим время, когда будем говорить о других проектах. Давайте я вот его вопрос буду разбивать на части, а вы будете максимально быстро отвечать. Коммунальные и иные ежемесячные затраты вот в этом комплексе какие? Как их можно описать? Ну, ежемесячные затраты состоят из двух частей. Первая – это сбор коммунального комплекса, то есть наш, за обеспечение вывоз мусора, чистые дороги, подстриженные газоны, освещение, видеонаблюдение и security. Это раз. По-моему, он 60 бат у нас за квадрат. 60 бат за квадрат, еще чистка бассейнов туда тоже входит. Да, да, еще бассейн туда общие входят. Бат к доллару или к евро, ну хоть примерно сейчас это что там? 60 бат на сегодняшний день около 34 за доллар. Или 150 рублей, да, где-то так. То есть 2 доллара чуть меньше. За квадрат, да. Но здесь, кстати, мы, чтобы сильно всех не перегружать, у нас очень быстро калькулируется на базе любой выбранной вами квартиры. Буквально за 5 секунд, обратившись к Анне, вы получите полный расчет по всем. Контакты Анны публикуем, считаем это в чистоте. И второй момент коммунальный – это электричество и вода. Да, ну, здесь установлены счетчики, и сколько нажжете, нальете, так и будет. У нас в наших проектах 6 бат-киловатт у нас получается тариф вот, на виллы. Он чуточку выше гавамента, но по гавамента есть гавамент-тариф. По гавамент-тариф я не знаю, кто еще будет жить. Вот. И, ну, то есть вода и электричество. В среднем квартира, ну, на скидку, Аня, скажи, съедает здесь сколько? Вот. Ты как владелец квартиры можешь, да, посчитать? Я давно там не была, но около двухспальная квартира в районе 100 квадратов, наверное, с поселением семьи, может оказаться около там от 2 до 4 тысяч бат в зависимости от потребляемого. Могу сказать по себе, у меня семья из 4 человек, у нас достаточно большой дом, там 400 квадратных метров почти. Больше всего едят кондиционеры, естественно, чек за электричество и воду у нас 5000 бат в месяц. Смотрим дальше. Налоги на недвижимость при покупке ежемесячной, кратенько. Отвечает Анна. Отвечает. Да. Есть сборы, есть налоги, разная история. Сбор за лисхолд и фрихолд разный, по стоимости отличается. От 2,5 за лисхолд может быть до там, 7% за фрихолд. Это чтобы, плата, чтобы не было меша, это единоразовый это сбор, когда вы покупаете, оформляете, это не ежегодный.
Нежегодный он, как правило, делится застройщиком напополам при покупке первичной недвижимости. Когда вы продаете ее вторичную, вы также делите, скорее всего, между продавцом и покупателем. Но если рынок находится на каком-то невероятном бурлении, то можно сказать следующему продавцу, следующему покупателю плати сам. Так у нас было. Ну, так бывает, но редко. Это исключение из правил. По поводу налогов. Это очень интересная тема, и тоже есть определенная калькуляция. Сколько вы заплатите с того, что вы заработали в Таиланде, в зависимости от того, сколько лет вы имели квартиру или виллу, что там по кадастру и все остальное. У нас есть специально обученные партнеры, которые занимаются вам высчеткой итогов налогов. Но стоит учитывать, что немножко меняется. Давайте чуть-чуть тоже здесь упростим, так как не увидел имя Михаил. Михаил, вполне конкретно спрашивает про 7%. Да, с этих процентов в наших проектах налоговая нагрузка составит 5% с дохода. Да. Нет, еще раз, мы говорим про налоги на недвижимость, а вы говорите про налог... Про доходность, да, потому что он там меня спрашивает. Да, тоже вот я вижу. Значит, еще раз, если мы говорим про доход, 7% от чего? Нет, 5% это про доход, 5% с 7%. 5% с 7%. 7% от чего? 6,63 там получается. Да, по-моему, 6,63. Просто 7% Михаил имеет в виду. Это фиксированная доходность, контракт дополнительный, который заключается при, к примеру, полной оплате юнита в Раваяне определенного. Есть определенные метражи, которые подходят под эту программу. То в случае 100%, оплаты 100% через 30 дней после оплаты вам уже начисляется эта доходность и выплачивается она раз в год в январе. Это про это говорит Михаил, и там вычитается налог, который платится собственникам, он 5%, в этом случае компания Phuket 9 этот налог, собственно, удерживает. Вот, наверное, про это. А по поводу все-таки налогообложения для самой недвижимости, там цифры не очень большие, 0,02-0,03%. Да, то есть вот такие вот, это по фрихолду, да, по фрихолду, там отдельная история, но действительно небольшие суммы, их нельзя сравнивать с Европой, Азия по совсем другому налогообложению. По-моему, там ни разу не было, что больше 100 долларов в год было. По-моему, да. Там что-то такое. Если сдавать в аренду через вашу управляющую компанию, сколько она возьмет на себя? Подождите, нет. Управляющая компания не возьмет, она выдаст вам, наоборот. Вот. Нет, у нас понятно. Управление. Две формы управления – это программа гарантированной доходности, по поводу которой спрашивал Михаил. Как раз здесь все примерно понятно, плюс-минус. И есть еще вторая система арендная, называется она Rental Pool, где оборотные средства в размере 100% оборота делятся в пропорции 60% нам, управляющей компании, и 40% чистыми с оборотных средств собственнику. Но в этом случае собственник не тратится ни на коммунальные платежи, ни на амортизацию, ни на прочие все вещи, да, просто с оборота себе забирает 40%. Как правило, у нас по этой системе работают виллы, вот, но смотрите, про гарантированную программу я сразу вам скажу. Это исключительно инвестиционная программа, которая на собственника накладывает ряд обременений в виде того, что собственник не может в своей квартире проживать больше 30 дней в низкий сезон, либо на выборах бы больше 2 недель в высокий сезон. Вот это обычно всех пугает россиян, да, ну как я купил, а как, вот, как это я в своей квартире не могу. Но мы здесь просто говорим сразу же, мы, да, давайте яйца отдельно, корзины отдельно. Все-таки если вы хотите, чтобы мы эти 7% вам годовых за стоимость выплачивали, то тогда нужно следовать этим правилам. В этом случае программа Rental Pool, она достаточно более flexible, более спокойная, более свободная. Вы можете приезжать в любое время. Просто, ну, вот эти самые оборотные средства будут чуть меньше, и, соответственно, ваши 40% будут чуть меньше. И еще один вопрос от Михаила. В чем, как и куда вы этот доход? Сила, я думал, спрашивает Михаил, да. Извините. В чем? В долларах, в батах? Куда эти деньги? Бат. Мы работаем только в тайском бате. Мы являемся налоговыми резидентами, и компания полностью тайская. Компания Phuket 9 в учредителях исключительно тайцы, и все расчеты мы ведем в тайском бате. Так, смотрите, тогда такой вопрос. 7% они вычисляются в батах относительно суммы, изначально выплаченной в батах. Ну да. 100 тысяч долларов стоит квартира, ну хорошо, 3,5 миллиона бат, раз мы в бат говорим, ну, да. 3,5 миллиона бат начисляется 7% из этой суммы. Окей. На счет, например, в Таиланде, ну, коли у человека этот счет появляется. Обычно собственник на основании договора о покупке может открыть себе счет в тайском банке,
Но единственное условие, для этого ему нужно приехать лично. Дистанционно они это не делают, обязательно с паспортом, с этим договором и в сопровождении обворожительной сотрудницы компании «Пакет 9». Процедура занимает порядка там, 2 часов, не более. После этого есть счет, к которому привязана либо карта Visa, либо карта UnionPay, запущено мобильное приложение, и с этой карты в тех странах, откуда Visa, MasterCard не ушли, эти карты прекрасно работают. Окей. Давайте поступим следующим образом. У нас есть вопрос от Юрия, на который мы подготовили довольно масштабный ответ по поводу перевода рублей и оплаты в рублях из России. Мы про него обязательно, вот буквально через 6-7 минут уже будем, когда подводить некоторые итоги. Но до этого я просто хочу, чтобы мы пробежались еще буквально по 3 проектам, за счет которых у нас есть. А про них у нас в презентации много всего. Мы в статье подробнее про каждый из этих проектов расскажем, вы сможете с ними ознакомиться. Но вот буквально несколько слов. Проект в районе Ката, пожалуйста. Ката, несколько слов, это третья фаза, ну или как третья очередь, да, в России говорят. Третья очередь нашего комплекса Виката. Первые две работают очень успешно. Можете мои слова проверить в агрегаторах Booking.com, Agoda и прочих. Очень популярные отели. Они работают как раз-таки по системе полностью инвестиционной. Владения, да, когда люди туда инвестировали с целью получения дохода. Вот, и это третья фаза, это продолжение действующего уже отеля. 300 метров до пляжа, такой бутиковый кондоминиум, просто великолепный, пожалуйста, рассмотрите. Но квартиры мы там все-таки уже отходим от этого стандарта клетушек по 30 квадратных метров. Там уже есть хорошие апартаменты, в которых, ну, действительно, месяц-два можно жить с большим комфортом. Но это уже вот именно чисто туристический район, да. Поэтому чисто инвестиционный. Это инвестиции, да. И следующий, сразу вкратце, да, проект VIP Корона, он находится буквально меньше километра от Каты рядом. Это тоже инвестиционный проект, там тоже есть 2 здания, и вот мы сейчас заявили третье как раз-таки мы уже задумывались, только как спрос на релокацию был просто колоссальный, туда можно в третье здание уже и релоцироваться. Фишка комплекса – вид на море. Большинство квартир, но мы... Он на холме же там, да? То есть там, да. Относительно такая история. Мы, к сожалению, большинство этих квартир уже с помощью Анны продали, вот, но еще что-то остается, там можно последнюю урвать. Он, готовность у него 70% уже от 2 зданий, даже уже 8%. И тут же виллы на море тоже в Короне, это уже что-то другое? Это тоже, ну, здесь это комбинированные виллы, их можно и прекрасно сдавать с достаточно хорошим чеком и самому там комфортно жить. Виллы современные, площадью там от 350 до 600 квадратных метров, система «Умный дом», прочие всякие технические навороты. Самая главная фишка, что аналогичных проектов в этом районе просто нет. То есть там конкуренции нет никакой. Таких проектов там просто нет. Они отсутствуют физически пока, но на сегодняшний день их там нет. Вот, это хайтовое. Строительство тоже началось, комплекс. Если кому интересно, ладно, есть апдейты, можно попросить. Ну и как говорил незабвенный Михаил Жванецкий, ну вот, что вот, наконец-то, что наконец-то подошли к самому главному. Подошли к самому главному, собственно, поговорим уже в завершении нашей передачи о том, как, собственно, практически все это происходит, как практически осуществить эту сделку и что, собственно, ну, потенциальным клиентам с того, что замечательная компания Intermark Real Estate открыла офис в Таиланде, кроме того, что вы выглядите вполне счастливой. Дополнительный вопрос, можно ли открыть счет в банке? То есть при приезде в Таиланд или что на основании чего? Можно, но сложно. А? Скажем так, пока еще можно, но сложно. Есть сервисы, есть компании, которые, так скажем, в серой зоне оказывают такие услуги, мы их рекламировать не будем, но они есть. Приехать можно и можно открыть до сих пор. То есть не приобретая? Не приобретая. Не приобретаешь. Окей. Но мы этим не занимаемся. Мы тоже. Понятно. Анна, рассказывайте теперь, как и что вот с точки зрения именно оплаты, платежа в рублях, то, что мы анонсировали в самом начале, но о чем поговорить не успели. Пожалуйста. Да, самое важное, безусловно, это оплата. У нас процесс сделки, как я уже немножечко похвасталась, 4 часа, это самое быстрое. Это мы определяем цели покупки. На самом деле это очень важный шаг, основополагающий. Как я уже говорила, от цели будет зависеть все последующие шаги, вплоть до формы собственности, что влияет и на чек, на перспективу выхода из сделки, ее продолжительность.
ее качество и так далее. Поэтому мы сначала определяем очень точно цели, иногда клиенты не всегда понимают, что бы им подошло больше, здесь мы ориентируем. Ну, инфраструктуру мы определяем, если клиент собирается жить сам, да, если это инвестиция, то мы подбираем со своего ракурса эффективные инвестиционные локации, я бы так это назвала. Далее у нас там определение необходимого получения дохода. Вот это тоже важный пункт, и на самом деле здесь временные рамки играют большую роль. Если у клиента заложено на инвестицию 5-7 лет, и она необходима именно в этом временном отрезке, то это, наверное, другая стратегия. Если это год-два, то мы рассматриваем что-то другое. И там и доходность может быть разной, и совершенно разные стратегии. От выхода из сделки в период сдачи проекта в эксплуатацию, да, до использования там, этой недвижимости в определенное количество времени, определенное количество собственного проживания. Здесь масса интересного. И прогноз выхода из сделки, мы тоже это прогнозируем в зависимости от макро-микрофакторов именно рынка, внутреннего и внешнего, и в зависимости от конкретной локации, роста стоимости земли и так далее, в общем, по списку. Мы объект подбираем, мы подписываем резервационное соглашение. Для наших клиентов, которые интересуются проектами Phuket 9, мы пропускаем резервационное соглашение и сразу делаем договор, потому что резервационное соглашение делается на месяц. Не всем сейчас есть необходимость, собственно, ожидать месяц или долго смотреть контракты и так далее. Мы сразу даем драфт контракта, ничего не скрываем, его можно почитать, даже если вы еще не готовы войти в сделку, чтобы ознакомиться с тем, что вас ждет дальше в перспективе каких-то, да, определенных лет. Соответственно, мы можем проработать и без задатка сделку, просто отправить договор и инвойс, на основании которого можно сделать оплату. Первый вариант – это в банке. В банке, если мы имеем в виду российские банки, то сейчас у нас еще остались возможности там Райффайзена, каких-то других банков. Плюс стоит учитывать, что Интермарк имеет эксклюзивные контракты с практически всеми правит банкингами России, что, конечно, позволяет нам помогать нашим клиентам в каких-то сложных ситуациях прохода финконтроля и так далее, потому что мы помогаем также их клиентам как инвестиционный консультант по мировой недвижимости. Оплата счета российским банкам, оплата счета вне России, также по банку возможно. Также, если вы выбираете форму собственности лесхолд, учитывая, что мы являемся эксклюзивным офисом продаж, в Москве и в других странах вы можете наличными в любой валюте оплатить вашу недвижимость. Это очень удобно, это быстро. В этом случае сделка подписывается прямо в момент оплаты и выдаются вам все документы, подтверждающие оплату от застройщика. Простите, быстро... я уточнить хочу. Если мы говорим об оплате, то вы сказали, что там условно в рублях, да, например, да, это возможно. Как высчитывается курс? И он относительно бата, относительно доллара, относительно евро? Учитывается, я бы не стала так углубляться, но тем не менее у нас изначально недвижимость в батах. Мы переводим баты по курсу Бангкок-банка, это банк-застройщик, который выбрал для себя, и мы можем перевести это в доллары, и далее эти доллары мы уже переводим в рубль. Мы переводим обычно по курсу ЦБ, но сам прием, он по курсу обменника, как ну, часто бывает. Конечно, выгоднее оплачивать в валюте на сегодняшний день, в любом случае, это неоспоримый факт. Но не у всех есть возможность такая, поэтому... Естественно. Рассчитывается на день оплаты, естественно. Да, безусловно, на день оплаты мы это подтверждаем. Ну, высчитываем его раньше, а подтверждаем на день оплаты. Соответственно, далее... В случае, если у вас договор фиксированной доходности или даже если его нет, вы можете приехать в Таиланд в течение года, двух лет. Это не имеет большого значения, как долго вы закладываете временной промежуток. Вы приезжаете, вас встречают в аэропорту и размещают. Далее вы можете открыть счет в банке, также выбрав удобный день, но сейчас это, как правило, день прилета. У нас все клиенты очень торопятся, и мы не сопротивляемся. Соответственно, вы открываете счет, указываете его, эти данные счета управляющей компании для того, чтобы либо фиксированная доходность в дальнейшем вам начислялась, туда вы могли этим счетом пользоваться в дальнейшем, да, с SWIFT-переводами там, в других странах мира.
И, собственно, далее зависит от цели, либо клиент проживает какое-то время, либо нет. Ну и регистрация сделки, регистрация права собственности, она происходит на момент введения в эксплуатацию. Так как мы сейчас презентовали проекты, которые находятся в стройке, то после ввода в эксплуатацию это становится более уже актуальным. Не все клиенты приезжают у нас сразу после ввода в эксплуатацию, кто-то затягивает, кто-то умышленно, кто-то нет. Потому что вторичная продажа без регистрации права собственности является первичной. Поэтому многие так обдумывают еще. Но что мы не рекомендуем. Сказала Анна, ну как так? Ну договаривались. Ну, я на самом деле не вижу в этом больших выгод на сегодняшний день. Учитывая, какие контракты есть на лизхолд, я не знаю, есть ли смысл там ожидать этого дня. Плюс это небезопасно. Вообще, в случае, если в Phuket 9 мы можем давать гарантии, так как мы внутри находимся компании, то в случае других застройщиков это достаточно рискованно, поэтому лучше регистрацию права делать быстро. Но, к примеру, в пандемию не все могли приехать. Ничего страшного не случилось. Многие приехали позже, у кого это как раз попало на стык ввода в эксплуатацию и пандемии, и невозможности приезда. Я уточнить еще один момент. Хочу все-таки про открытие счета. Я правильно вас услышал, что если человек уже является собственником, то тогда счет ему открывают, ну, в Таиланде быстро. То есть, вот, просто так сказали, в серой зоне, это если ты просто приезжаешь без какой-либо покупки, это история. Да. Если контракт есть, 2 часа занимает. Ну, 2 часа это много, обычно там за час люди укладывают. Окей. Так, хочу еще тогда, да, ну, значит, про эту часть мы вроде более-менее рассказали, но еще давайте так, все-таки вот преимущество для меня, помимо того, что я, ну, действительно могу оплатить сделку, прямо находясь в офисе Интермарка, да, это понятно, хорошо, что еще? Ну, помимо этого, безусловно, это работа одного окна, очень удобно иметь одного менеджера, потому что, как правило, агенты в общей части, они являются буфером между застройщиком и клиента. Соответственно, они отходят в сторону примерно после того, как была произведена оплата, и редко дают о себе в дальнейшем знать. Это самый худший вариант развития агентских работ на Пхукете. Да? Я не говорю там за весь мир, безусловно, у всех разные уровни работы. Вот. Мы остаемся с клиентом до момента выхода из сделки. Это основополагающая часть, которая и является завершением инвестиций. Выход из сделки – он очень важен. Соответственно, в зависимости от ситуации на рынке мы можем рекомендовать в наших чудесных чатах собственников, которые есть для каждого проекта, выходить сделки. К примеру, мы можем предложить, когда есть покупатель на квартиру какую-то конкретную, что вот если кто-то планировал из сделки выйти в этот временной период, мы можем это организовать. Вот. Поддержание такой коммуникации, информирование о стадиях проекта, о каких-то новшествах, да, и всесторонняя поддержка в приезд – очень на самом деле важна, потому что многие, не все, но многие из наших собственников никогда не были в Таиланде. И приехать им в Таиланд, чтобы вообще в другую страну, чтобы открыть счет, кажется очень сложной затеей. Но когда вас встречают в аэропорту и сопровождают от и до на всех этапах, и они уже не кажутся такими сложными, и инвестиция не рутинная, она становится достаточно динамичной, интересной, у вас остается время для того, чтобы думать о важных деталях этой инвестиции и не пускаться в этот быт, которые мы пытаемся взять на себя всеми возможными силами, чтобы облегчить жизнь клиента. Окей. Ну и в заключение, друзья, я просто хотел бы еще несколько вопросов осветить, которые были заданы по ходу вебинара. Не на все, может быть, мы ответили, но в публикации, которые через несколько дней появятся на Априане, мы, естественно, этот недостаток компенсируем. Какой район Пхукета хотя бы в перспективе приблизится по уровню развития инфраструктуры, вполне европейской, к Бангтао? Ну, естественно, это Равай. Я сразу же скажу, тут есть вопрос от Игоря. Точнее, не вопрос, а такое философское отступление. Равай – это же рыбацкий район. Рыбацкий, да-да-да, там прекрасный. Купаться да. Там тяжело, там все время якорят. Некупабельные пляжи из-за отливов, плюс, конечно, свежая рыба, не так ли? Игорь, ну, вы, видимо, давно здесь не были все-таки, да? Ну, а из-за этого Равай не стал купабельным пляжем, и самое главное, вы никогда его не заявляли купабельный, хотя я своими глазами очень много раз видел, как люди там действительно купаются. И если сравнивать, допустим, пляж Равай с пляжами Краснодарского края, то Равай, конечно, очень купабельный пляж становится. Вот. Рядом находится, ну, тут еще идет обобщение такое, пляжи. Ну, на самом деле Равай – это один-единственный купабельный пляж здесь.
но в 3-5 минутах езды находится пляж Найхарна. Пляж Найхарна является, безусловно, одним из лучших пляжей на Пхукете. Вот. Равай динамично развивается очень сильно. Все перспективы он имеет догнать не только по стоимости земли, но и в плане инфраструктуры Бангтао. И, конечно, Равай показал себя очень устойчивым к каким-то экономическим потрясениям, в частности, ковид. Благополучно на Пхукете проживали всего два района – Бангтао и Равай. О чем можно говорить, что в какой-то степени Равай с Бангтао уже сравнялся. Вот. Два этих района рассматривать стоит исключительно. Вот. Я бы хотела добавить в защиту пляжа Равая, потому что я прожила в Таиланде в совокупности более 5 лет. И я могу сказать, что я не люблю пляжи Таиланда. Пляжи, рядом с которыми стоят отели, пляжи, куда можно дойти пешком из какого-то комплекса. Потому что, ну, часто туристы оставляют за собой какие-то неприятные вещи, да, в виде мусора или там шумно. Поэтому то, что на Равае большое количество лодок, дает возможность любую из этих лодок за очень небольшие деньги арендовать и через 2 минуты оказаться на острове, где стоит бич-клаб, чистейшая вода и чистейший песок. И для меня это лучшие пляжи, вот когда от острова еще на маленький остров отъезжаешь, там тихо и никого нет. Тут возможностей много, потому что большое количество островов рядом, для любителей прям чистейшей воды есть выбор. Все, что касается вот этих штук, они влияют на краткосрочную аренду, но если мы вам обещаем уже гарантированную доходность, тогда это будет наша проблема, купабельный пляж Равай или не купабельный, это раз. А если в долгосрочной перспективе и в самостоятельном проживании, я вам приведу пример, очень хороший кейс, очень обеспеченный клиент, который у нас активно инвестирует, покупал виллу для себя, и вот он наконец-то начал жить, очень долго здесь уже живет. Он пришел с вопросом, как раз-таки у нас в Чалонге, а можно мне перестроить виллу немножко, убрать бассейн? Он мне не нужен, я в нем не купаюсь. Насос мотает электричество, я не купаюсь в бассейне. Понимаете, когда вы постоянно здесь живете, наличие пляжа, находится ли он в шаговой доступности или в 5 минутах езды на машине, ровным счетом ничего не меняет вообще. Поэтому... У меня лучший друг, да, живет сейчас уже, ну, там, почти без малого года в Таиланде. Мы с ним тут недавно сравнивали нашу жизнь. Он, ну, это, правда, не к пляжам относится. Он за последний месяц съел 2 тайских манго, а я съел 3. Ну, потому что он говорит, я думал, что я там манго буду есть каждый день. Вы оба съели больше, чем я. Видите, да, да. Ну и, наверное, тогда, может быть, последний вопрос, Анна. Если мы говорим просто такой, он был тоже общий. Собственно, ну, то, о чем мы сегодня говорили, именно с инвестиционной точки зрения, это покупка и сдача в аренду, краткосрочную или долгосрочную. Несколько слов, может быть, про там, реновацию каких-то объектов и... ну, дальнейшую перепродажу, что вы про это думаете, и про инвестиционную спекулятивную историю, покупка там на стадии котлована и дальнейшая перепродажа. Насколько это сейчас может быть интересно, на ваш взгляд? Актуально, безусловно, сильно зависит от, опять же, целей, да, метража, бюджета, прочих некоторых деталей, которые сильно на это влияют, но обе возможности сохраняются. Единственное, про реновацию вы имеете в виду, вот, как вариант, ну, Греции. Вопрос был такой, да, от одного из наших зрителей. Он спрашивал, ну, просто реновация, ну, какого-то, видимо, не очень качественного объекта. Я понял, о чем речь. На самом деле этот бизнес сейчас поднимает здесь голову. Ну, чтобы вы понимали, если бы мы сейчас были с вами в 2017-2018 году, словосочетание «вторичная недвижимость на Пхукете» отсутствовало вообще, ее не было. То есть по проектам заявлялось такое количество новых, что, ну, покупать вторичку не имело никакого смысла. Сейчас, как Анна уже сказала, ограничение тех участков, которые можно застраивать на Пхукете, постепенно уже он не резиновый, он уже сильно застраивается. Соответственно, встает вопрос о том, что же делать дальше. Да, начинает активно перестраивать старый фонд. Это некоторые инвесторы заходят и покупают целые отели под реновацию. Это делают и некоторые отельные группы, проводят ребрендинг отелей под свою. То есть они просто уже построенные здания
приводят в надлежащий вид, повышая тем самым класс обслуживания этого отеля. Либо некоторые люди просто покупают таунхаусы. Ну, чтобы вы покупали, понимали, старый таунхаус здесь можно взять за какие-то очень смешные деньги, ну, реально очень вменяемые деньги, да, и вложив туда немного, можно себе там что-то отстроить и это сдавать. Это сейчас направление только-только начинает на Пхукете развиваться. Поэтому, если интересно, ну, естественно, мы таким не занимаемся, но как ниша, как бизнес-ниша, почему нет? Такая возможность тоже есть, но здесь много факторов. Это, конечно, локация, расположение, перспективы. Да. Я бы не рекомендовала на Пхукете, на самом деле, частно брать под реновацию здания, в том плане для себя, например, дом, потому что отсутствие там общей территории, даже до минимума, но это сильное падение в качестве жизни. Поэтому если вы там хотите жить сами, то, наверное, это шлагбаумы, это газон, да, который кто-то поливает, кто-то вывозит мусор и так далее. Это много более, конечно, нам привычный образ жизни. Купить таунхаус в тайском районе и проживать там, это нужно иметь некоторый такой аскетичный характер. И выдержку. Окей, хорошо. Друзья, я перед тем, как мы уже будем прощаться, покажу, во-первых, еще один слайд, с которым мы по ходу говорили. Я хочу сказать, что презентация, она очень большая, как вы увидели. Вот этот вот сейчас, вот этот вот слайд, да, в социальных сетях. Во-первых, я еще попрошу, вернее, во-вторых, попрошу контакты наших собеседников все в чате еще раз опубликовать. Тем, кому интересно, может связаться. Я думаю, что вы можете, ну, собственно, и запросить. Думаю, презентацию вам вышлют, не откажут наши коллеги. Проблем никаких не будет. Вот. Ну, а на этом, на самом деле, я прощаюсь. Я с удовольствием благодарю наших собеседников. Анна Коваленкова, руководитель направления Таиланд Intermark Real Estate, и Кирилл Вилых, CEO компании Phuket 9. Друзья, спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо. Полтора часа. Увидите, что рыбацкая деревня уже не рыбацкая деревня. Да. Ну, рестораны там есть, наверное, и это самое главное. Они очень хороши. Спасибо большое, друзья. Вся информация о компании, я уже сказал, здесь она в чате есть. Сейчас мы опубликуем еще разочек контакты компании. И тогда, соответственно, мы с вами на этом прощаемся, и материалы по нашему вебинару прочтете на Prianru, и все вы их получите. Мы их вам с удовольствием скинем. Анна, Кирилл, спасибо вам огромное. До встречи и до свидания. До свидания.